Привет, это ГТНХ. Мои термоядерные реакторы работают. Иногда у меня такое ощущение, что здесь как-то все плохо распределяется вот по вот этому вот. У меня есть P2P-шный интерфейс, стоят дуальные. Я думал, типа, можно ли здесь ставить что-то вот типа вот этих вот штук. То есть, типа, input-буфера. По-моему, нельзя. По-моему, я тогда пробовал вот сюда вот ставить, и здесь все не получалось, да, абсолютно. Так что нельзя. Я вот здесь пытался. Или я не здесь пытался, я не помню. Короче, надо попробовать еще раз. Что я тут делал? За кадром практически ничего у меня здесь делается. Я, кстати, поставил на тестирование, поставил. Что у меня как сделается с какой скоростью? Вот эти вот оптиклы. Довольно-таки медленно делаются. Ну, конечно, 100 тысяч, но все-таки. Типа, тут вот ну, всякая вот эта вот хрень делается 3 часа просто. И вот насчет вот этого, да, оптически совместимая память, вся остальная хрень, которая делается в космических лифтах, она делается, ну, очень медленно. Поэтому было бы очень сильно неплохо сделать, что есть как написано. Value 16, максимальные параллели. Надо, короче, сделать в космические лифты, вот эти вот космические ассемблеры максимального уровня. Space Us, как говорится. Вот такие вот. А, кстати, я сейчас вот только что вспомнил. Я же отсканировал его. Я его вчера поставил на сканирование. Он здесь отсканировался. Вот здесь есть космический ассемблер какого-то уровня, третьего. Можно поставить его вот сюда, вот. Что это такое? Ну, пусть здесь лежит. И здесь накоплено некоторое количество блоков компонентов глаз гармонии. Я там посмотрел на Старгейт, кстати, в том числе еще раз. И ни хрена здесь не 9000 блоков глаз гармонии нужно будет. Здесь их надо будет гораздо больше. Почему? Потому что вот сюда вот надо, вот сюда вот, вот эти вот штуки еще. Но здесь ничего нет, кстати, это довольно-таки. Это вот, кстати, очень дешевый крафт. Это вот Open Computer Stargate Interface. То есть здесь просто блоки темной материи, очень этого Dwarf Matter и квантовые схемы, и вообще самый дешевый крафт в Stargate вообще. Ну, вот эти, конечно, подороже будут. Но вот эта вот штука, вот здесь, во-первых, один блок кольца нужен. То есть вот здесь еще один блок кольца, а здесь 8 блоков кольца нужно. Плюс еще вот сюда, вот если посмотреть, вот здесь требуется колоссальное количество универсиума. Этих штук надо будет 44, я считал. Опять же, если я правильно посчитал, Stargate Chevron. Ну, типа сюда, понятно, еще нужно будет, да? Кстати, я вот это вот считал, нет? Я не помню, считал я ли это вот или нет. Потому что если это не считал, то тут еще больше. И вот сюда вот еще тоже, в том числе, здесь еще 8 вот этих вот штук надо. Так что да. Что это такое? Это вот все глаза гармонии, вот это вот все контроллеры глаз гармонии. 6 контроллеров глаз гармонии нужно. Короче, Stargate это. Я не знаю, как его делать. И тут больше просто этих машин стоять всяческих и просто крафтить, что можно сказать. Схемы медленно делаются, все медленно. Вот здесь вот что вот делается медленно. Вот эта вот хрень делается очень медленно. Лазерных гравировщиков надо много очень. Где оно здесь делается? Вот здесь он где-то производится. Прям пыхтит во всю мощь, да, где... у меня здесь вообще только одна всего лишь там, все вот эта штука стоит. Хоть на беспровод подключено, надо на UXV все переводить. Точнее, на Max Tier, чтобы побыстрее было. Короче, вот этих вот надо больше гравировщик и всего остального добавлять. Вот это вот вообще ни о чем. То есть вот, блин, мне так лень этим всем заниматься. Очень лень этим всем заниматься, я просто не хочу. Вот я просто вот смотрю, я представляю, как я это буду делать. Я просто устаю от одной мысли, как я это делать буду. У меня есть другие более интересные вещи, чем заняться в жизни. Сделать интеллектуального телеграм-бота, например, который тебе голосовухи будет отправлять, написанные искусственным интеллектом, а не вот этим вот всем, блин. Здесь вот тоже вот пикосхемы, квантовые схемы тоже очень медленно делаются. Где они, кстати, делаются? Они сейчас, наверное, не делаются. Я их вообще ставил на крафт, нет? Нет, ну я их часто точно не ставил, а вот... Наверное, я их не делал, да? Вот оптические схемы. Вот оптические схемы, это уже, опять же, вот эта вот хрень. Ну, блин. Это вот это из-за вот этого сейчас все производится. Я хотел бы космический лифт сделать. Потому что космические лифты тоже. Точнее, не космические лифты, а сколько он энергии будет жрать, кстати. Мне вот очень интересно. Я опять не туда полетел, кстати. У меня опять куда-то мышь девается. Что у меня происходит? Постоянно какая-то хрень бесконечная. Вот этого тоже надо больше поставить. У меня вот это вот тоже вот эти вот... Мне так бесит делать эти лазерные вот эти вот хэтчи всяческие, соединять это все. Можно, кстати, упороться и беспровод это все на беспровод поставить на UXV. Это, конечно, будет очень дорого. Прям вот очень дорого. Ну ладно. Вот эта штука делает, потребляет 500 миллионов. 500 миллионов, да? Кстати, я могу поставить больше
этих приемщиков энергии вот таких вот. Просто если могу, то это вообще хорошо. Если не могу, то плохо. Потому что здесь 8 миллиардов максимум. 8 миллиардов максимум. 8 миллиардов, если что, это ни о чем. Потому что. Вот это вот 16 параллелей, да, он будет жрать 4 раза больше. То есть он будет жрать 2 миллиарда. То есть я смогу поставить всего-навсего 4 таких, и все, у меня энергии больше не хватит. Ты умеешь принимать больше, чем... Что он пишет? Energy Hedge, Any Space Elevator with One Dot. То есть, по идее, я должен мочь его поставить сюда в большем количестве, нет? У меня, короче, этот еще, этих 9 глаз гармонии работало. И произошел форс-мажор. Короче, я поставил, нет, здесь, это второго уровня. Мне, короче, пришлось еще докрафтить этих фомб. Не здесь, а вот здесь это стоит. Ну, ты что, одна всего лишь, на всего ли кто? Гелий. Че гелий? На водород. Ну, что, у меня еще и даже вот это вот не полностью все забито, что ли? У меня еще не полностью все забито, и оно все производит гелий достаточно, чтобы обеспечивать все 9 глаз гармонии гелием, как бы это странно не звучало. У меня, короче, гелий закончился вообще, и опять, то есть опять, понимаешь, вот когда я тогда поставил вот это вот все вот сюда вот, когда я говорил, что я решил эту проблему, я решил ее только временно. Сейчас я ее опять пришлось решать, ну, типа, вот эта штука, конечно, она решается очень хорошо, быстро и удобно, сколько нам потребляет, 300 миллионов, 400 почти. Ресурсов мало, всего мало. Чего не прибавилось? Что так мало? 227 миллионов этих кристаллов, все, вот, на все. У меня же вроде здесь... Че, ты уже все съел, что ли? Да не ври. Невозможно. Че? Нет, он не съел-то. Он, типа, у него есть все еще миллиарды. А че ты не делаешь ничего? За этот забил? Как? Как ты смог это сделать? Куда он это отправляет вообще? Слышь, ты че? Он, типа, не справляется с передачей? Ой, вот это вот, конечно, вот это вот все, вот это вот... Куда оно отправляется? Сюда? Туда? Отключено вообще, нет? Странная машина. Работает непонятно абсолютно. Ладно, сейчас не этим хотел заниматься. Я хотел делать космический лифт. Вообще, точнее, космический ассемблер на космический лифт. Че еще он делается вообще? Роборуки, боксовые. Сколько он в Юниверсе вообще на это потратит? Так, ладно, мне придется отвлечься еще один раз, потому что я вспомнил, что вот этого 16 штук еще сделал. Потому что я здесь опять же. Давайте отвлечемся еще раз. Я сейчас покажу еще, что я здесь сделал. Так, кстати, мне здесь хватает? Нет, ни хрена здесь мне ничего не хватает. Надо больше пчел делать на вот это вот на все. Короче, зачем вот это вот? Затем, чтобы иридия больше делать. Зачем больше иридия делать? Затем, чтобы... Сейчас, где? Примерно где-то около вот здесь. Цифровая сингулярность? Я сказал, цифровая сингулярность? Цифровая сингулярность. На что, кстати? На радоновую плазму и на висмутовую плазму, кстати, в том числе я поставил, чтобы просто можно было больше схем делать в будущем. Висмутовая плазма где-то сверху, радоновая плазма где-то вот здесь. И она здесь делается без конца и края. Кстати, очень медленно делается, мне по факту надо все эти термояды на 5-й уровень переводить. Мне очень сильно не хочется переводить это все на 5-й уровень, я и так уже задолбался с этим совсем, мне кажется. Так, ладно, космический ассемблер. Я только что чуть его космическим лифтом не назвал. Это, кстати, не тот. Мне надо вот этот вот. Еще он делается. УХВ. Так, это УХВ, ладно, УХВ есть. Так, там все остальное тоже должно быть. Сейчас давайте охреневать от уровня рецепта. Мне надо бы этих тоже больше ставить. Или хотя бы на больший уровень энергии переводить их. Потому что. У меня есть вообще УХВ. У меня есть должен быть макс, по факту. Потому что у меня 8 УМВ-шных хэтчей стоит там. Так, ладно, чё, как здесь? Чё мне не хватает? Сказать, тебе не хватает абсолютно нахрен ни хрена. Universium Epic Assembly... Что, Constructor? Ultimate Circuit Assembly Machine. Издевательство, блин. Что это такое? Universio Искру? Тебе зачем Universio Искру нужны? Лейс. Мне бы хочется Solid Fire поставить вот на вот это вот, чтобы Искру можно было отливать. А у меня, кстати, нет. Мне казалось, что у меня есть. Так, Universio Болта у меня, скорее всего, тоже нет, да? Так, сколько мне их там надо было? Давай по 4 делать хотя бы. Хотя, с другой стороны, там 8 болтов будет, и, типа, куда мне эти болты все? А это понадобится. Так, вот экструдер еще вот сюда, да? Опять, как всегда, эта штука зараза лагает. По какой-то непонятной, странной причине. Так, ладно, имплазионный компрессор. Где у меня свободное место под болты есть? Болты. Вот сюда вот идут болты. Есть из Этернити, но нет из Юниверсиума. И Скру. Скру это в этом, вот здесь вот, да? Вот сюда вот примерно. Что еще твоей душе очень сильно хочется? Фреймбокс.
Фреймбоксы за Assembler. У меня родов, скорее всего, тоже нет ни хрена, да? Универсивые роды. Так, может быть, если посмотреть вот здесь, вот оно появится. Нет, не появилось. Так что еще роды нужны будут сделать. Fluid Solidifier. Через Solidifier бы это все делать. Ну, некоторые вещи, по крайней мере, которые в несколько этапов делаются. Так, давай это же по два хотя бы будет делать, чтобы просто вот тоже вот... Хотя мне, с другой стороны, их потребуется еще больше, скорее всего. Ну, ладно, неважно, он там загрузится очень много. У меня место под роды уже закончилось, наверное. У меня все забито просто. Не осталось... 5. Оставалось 5, осталось 4 слота сейчас всего лишь навсего. Фреймбокс. Куда тебя засунуть? Сюда примерно. Хэтч, крафтинг, инпут, ми. Кто? Зачем? Так, тебе там вообще сколько энергии тебе требуется? У XV, как всегда? Нет, всего-то навсего МВ. Ну подумаешь, мелочь какая. Так, ладно, что это такое? Это УМВшный. Это УМВшный ассемблер. И... УМВ-шный circuit assembler, который требует UXV схем электрических. И, кстати, крафтится только вот здесь, больше нигде иначе. Чего оно все забито-то, блин? Ж куда не сунешься, все везде забито. Так, ладно, кстати, меня тут все время, пока я там на лечении, скажем так, был, у меня не работало, сервер не работал, поэтому ни хрена не накопилось. Вот сейчас неделя прошла, и вот только вот сейчас вот оно все копится. Поэтому... Потому что кое-кто немножечко писает сервер оставлять включенным у меня дома, так что вот, не получается, не дают. Хотя я сплю прекрасно в комнате с включенным сервером, не боюсь сгореть с ним нахрен. Что это такое? Сколько ты их еще делать будешь? Чего оно такое медленное? Космические ассемблеры. Вот-вот, что? Вот-вот, понимаешь? Вот-вот. Просто ответ на все вопросы. Почему оно такое медленное? Да потому что вот эта вот зараза, блин, работает. Точнее, не работает. Так, ладно, давай, делай уже. Хватит. У тебя все есть. Нет, у тебя нету квантовых кабелей. Квантовые кабели, блин. Так, что оно делаться может из вот этого, да? Давай. 16 штук их там надо было. Будешь делать их по 16. Будешь делать их вот здесь примерно. Так, нет, что это такое? У меня вот здесь вот... Нет, все еще старая вот эта вот система стоит подачи. Еще тогда не было по-нормальному ничего. Что у меня здесь? Почему так? Зачем оно вот так вот скрещено здесь все? И тут из-за вот этого, кстати, оно могло наливаться неправильно в том числе. Так, ладно, давай. Одну штуку, пожалуйста, пока что сделай мне. Он смог поставить ее на крафт, кстати. Так, ну ладно, сколько ты будешь это делать? На один? На один. Требуется байт столько же, сколько у меня было, требовалось байт на... На что, кстати? На 100 тысяч оптических схем, например, даже больше. Классные, хорошие крафты вообще, замечательные. Чё тебе надо? Tiny Pile of Emerald Dust. Ты нахера Emerald Dust, блин, Tiny Pile ты делаешь? Идиота кусок. Tiny Infinity Fluid Pipe. Всякую хрень, блин, делает. Sterling Senior. Ну, короче, ну оно делается. Хорошо. Illumium. Вот это вот тоже. У меня такое ощущение, что это делается где-то вот здесь примерно, да? Чё ты делаешь? Чё-то делает. Ещё, смотри, подает на какие-то старую эту... Чё он не это? Not enough output space. Серьезно? Output bus, HV. Блин, здорово живем. Хорошо, замечательно, классно. Мне вот это вот надо, а нет, вот это вот все. Сколько у меня есть каналов свободно? Давай я переставлю на этот, на MEшный output. Хотя, кстати, на MEшный output мне даже канал-то не надо здесь тратить абсолютно будет. Я могу сделать свою старую, такую добрую, проверенную систему, которая даже... каналов-то занимать не будет, и вот эта вот штука тоже не нужна будет абсолютно. Так, значит, где-то у меня здесь были, если они все еще присутствуют здесь. Вот так вот на стараге бас можно поставить вот сюда вот все. Так, что это такое? Только insert. Так, кстати, здесь тоже надо. Здесь тоже надо поставить МЕшный этот. Вот, под бас МЕ, что мне их осталось как-то мало очень. Так, что я там взял? Дэнс кабели? Зачем мне дэнс кабели? Мне обычных хватит. Так, нет, вот так вот делать не надо. Здесь надо энергии было подпитать все. А то сейчас там, блин, замкнет. Не знаю, что-нибудь точно произойдет какая-то неприятная хрень. Так, вот, теперь у тебя вообще без проблем абсолютно все будешь делать. Сколько он его за раз делает? 49 тысяч? А, у меня здесь уже стоит один вот такой вот. Надо бы на все остальное бы тоже перевести. Вот что вот тут такое? Нахрена оно здесь такое? Это что такое? Это, между прочим, Иглин Стил. Зачем он делал Иглин Стил? Вообще не ясно, непонятно. Чё он здесь сюда подаёт? Это Precious Metals? А чё оно вот чё оно вот так вот подаётся? Это вообще какой... Шестая схема здесь? Шестая схема, блин.
Давай здесь не будет пока никакого инсерта. Доделывай все. Доделывай все, я сказал. Не хочет? Не хочет доделывать. Чего он не хочет доделать-то все? Не дозагрузилось, да, потому что все это повытаскивать отсюда и поставить здесь нормальный этот. Вот такой же вот, как вот здесь он был. Ну и что он здесь не делает это? Вот этот полностью на все прэш сметался. Запускает крафт 1000 лет просто. Так, ладно, 6-я схема здесь была. И вот такая вот, какая из них, кстати. Вот такая вот нужна, да? Нет, вот тут на 3-ю схему у меня здесь стоит всего-навсего вот это вот одно. У меня есть что-нибудь еще, на 3-ю схему используется, нет? Такое ощущение, что нет, да? Все вот сюда вот просто тупо идет. Crafting input slave. Мне нужен crafting input буфер хотя бы. Хотя бы crafting input буфер, хотя бы вот сюда вот так вот поставить, да, вот это вот можно полностью удалить отсюда, что нам уже не нужно. Это устаревшая старая система, потому как это все делать. Кстати, к вопросу о том, что это вот сюда вот поставить, это вот сюда вот подключить, и что ты здесь? Они же вроде сказали, что не отключили вот это вот, и оно так не должно делаться. Кстати, там вообще какие-нибудь новые версии GTNH выходили, нет? Это я на 2.5.1 до сих пор сижу. Так, вот так вот. Как говорится, вот так вот, вот так вот. Где моя схема, кстати, куда я дел? Какая тут схема была, 6-я? Здесь, наверное, фантомная схема стояла, да? Так, все, делайся. Он уже все сделал. Классно, хорошо, здорово. Мне, кстати, до сих пор делаются компоненты глаз гармонии. Делать их еще очень долго придется, да, скорее всего. Потому что. Голографические прожекторы. А что они такие медленные, кстати? Где они там делаются? В том числе. Один и тот же вопрос всегда. Чего оно так медленно делается? Или почему оно вообще в принципе не делается? Суперкондакторы? Суперкондакторы у меня здесь производятся, понимаешь? Суперкондакторы тоже очень медленные, блин. Но вообще у меня делается, нет? Тоже суперкондактор. Ну что я здесь поставил? Это вот, кстати, как раз тот самый слейв, но суперкондакторы здесь стоит. Я бы здесь везде поставить вот эти вот... Есть вообще установлено, нет? У меня вроде как здесь даже покрашено это все есть, так что... Да, в идеале бы все подключить. Вот эти вот два тоже доделать. К вопросу о том, где делаются квантовые схемы и что оно делается очень медленно. Кстати, где они делаются? Делаются они примерно вот здесь, но я ни в жизни не пройду, да, здесь. Так, где оно здесь? Вот здесь вот. Вот, оно делается 2 секунды, вот казалось бы, быстро, да? Но для того, чтобы оно делалось 2 секунды, это, во-первых, оно тратит почти 4 триллиона энергии. Кстати, как у меня там по энергии вообще, в принципе? У меня есть некоторое время, все-таки эти глаза гармонии в размере 9 штук работали. Я, кстати, предыдущие, вот эти два первых глаза гармонии на эти поставил. Чё у меня есть такое? О, у меня почти... Чё после квинтиллиона идет? Секстиллион? 4 секстиллиона энергии почти что. Короче, вот эти вот глаза гармонии поставил, чтобы они делали здесь эти... White Dwarf и Black Dwarf. Потому что они тоже в любом случае потребуются. Чё он там делает? Он вообще делает чё-нибудь? Нет? Он заливает жидкость в себе. Сколько ему этой жижи, кстати, надо? 6... Скоро запустится, кстати. Да, он вот работает на старой вот этой вот системе, просто тупо вливает вот таким вот образом. И из-за этого не всегда точно как бы срабатывает. То есть вот здесь написано, да? Или подожди, сколько здесь, какой здесь уровень? 6 стоит? Здесь вроде 6 уровень стоит. Или на 6 уровень надо 7 миллионов, точнее миллиардов жидкости, да? Или сколько, кстати? Я вот уже не помню абсолютно. Типа он так-то сильно эффективность не теряет, конечно. У него success шанс большой довольно-таки здесь. Ну, здесь, кстати, поменьше будет. Ну да, все-таки, видимо, ему надо было 7 миллиардов. Для того, чтобы... Ну, кстати, смотри, он запустился прямо идеально абсолютно. То есть, то есть вообще не потерял ни разу абсолютно ничего. В виде шансов, скажем так, 70% на yield и 44,5% на success. Он вообще делает что-нибудь, нет? Ну, кстати, вот White Dwarf точно делает. Вначале, когда я зашел на сервер, было... Было 50 тысяч, а здесь сейчас 51 тысяча. Space Time уже даже не поддается вычислениям. На Shift нажимаешь, он не нажимается. Вот эта вот хрень тоже делается вроде как. Все делается, только все очень медленно. Плазма и все остальное. Вот что плазма, такое ощущение, что здесь не копится. Ну, я как бы понимаю, почему она не копится. Потому что у меня вот здесь большое производство стоит. Кстати, не настолько большое. Я не помню, сколько вчера было, но... Ну, что-то она там уходит, прям вот жесть как уходит куда-то, в никуда абсолютно. Прям там отъедалась и отъедалась. А делается всего по 168 тысяч. Да, это всего лишь навсего. Если не обратил внимания, просто отмотай назад, посмотри, какое энергопотребление у него было. Но зато у меня 181 миллиард угля. Зачем? Так, что-то как доделал, нет уже? Я думал, ты уже все сделал.
Крафтинг 170, 127. То он пикосхему все еще делает. Файн Eternity Wire. Что он эту Файн Eternity Wire делает как-то, ну, очень медленно. А что так медленно, кстати? Не, как бы я это... Шутку юмора не оценил немножечко. А что она только здесь? А все остальные где? Не подключил, что ли? Или чего? Нет, типа, если я не подключил, то это как бы это... То вот, типа, вот здесь-то оно делается, да? И как насчет вот здесь? А, то есть я это... Я, то есть все вот это вот время, вот это вот все, вот это вот не работало, да? Тихо, как хочешь мне сказать. То есть у меня большие вот эти вот провода делали все, вот это вот тоже делалось все очень медленно. Классно, хорошо, здорово. Замечательно просто. Восхитительно. Давай запускай все. Потому что у меня здесь еще что-нибудь не подключено. Например, вот это вот, да? То есть вот, вот это вот, да, не подключено тоже. То есть, ну, здесь как бы нет ничего, с одной стороны. Но все-таки, когда появится, я буду очень сильно негодовать, да, по поводу того, что у меня там ничего не было подключено. 31 тысяча вот этого осталось сделаться. Потому что 31 тысяча вот этого осталось, да. То он раз в 10 секунд делает по сколько? У меня там 12-13 ассемблеров стоит. Ну, по 1000 примерно, да. То есть оно как бы делается, но как бы делается медленно. А, по 1000, да, хрен там по 1000, по 16 нам делается, то есть 13 на 16 всего лишь на всего делается. Это хреново мало делается, вот сколько делается. Вообще ни о чем. Так, ладно, вот, вот насчет вот этого тоже в том плане. Какого хрена? Вопрос. Такой сложный, теоретический и безответный, да, абсолютно. Ты что делаешь? Ты что по одному его делаешь, слышь? Что у него такое здесь? UMV Wireless Hatch. Классно. Здорово живем. Восхитительно, просто замечательно. Еще и старые хэтчи стоят. Так, давай ты это самое будешь здесь. Что, у меня здесь нет ничего? Тоже нет ничего. Форшхаммер, форшхаммер. Ну, как говорится, ты родился УМВшным, теперь будешь максимального уровня. Удиви меня скоростью. 17 за 2 секунды, но это уже побыстрее немножечко, да, согласитесь. Это немножечко, чуть-чуть побыстрее, жрет просто 2 миллиарда. Хорошо, да. Ну, это хотя бы побыстрее будет работать. Что тебе еще надо? Ты зачем такой медленный? Вот это вот еще осталось сделать, вот это все еще осталось сделать. И вот это вот все еще в том числе осталось сделать. Оптические процессоры скидывал. Тебе сколько оптических процессоров надо было? Я делал 100 тысяч. У тебя должно быть в запасе, я не знаю, сколько там. То есть вот, по факту, вот, оптикал процессоры 72 тысячи. То есть ты вот те вот не захотел тратить, да? Тебе захотелось новые свои собственные сделать. Свеженькие. Пока та штука не доделается, эти не доделаются, да? Зачем я поставил столько этих... оптических процессоров на крафт здесь. CPU. Я, кстати, поставил 64 ампера UMV наконец-то вот сюда вот. Чтобы оно тоже побыстрее работало просто. То работало оно, ну, очень медленно. Ну, кстати, у меня сейчас эта штука максимального уровня. Даже быстрее, чем вот та вот работает. Ну, тот молот, который я туда ставил. Потому что тот UXV-шный, я теперь максимального просто уровня. Кстати, может, у меня что-нибудь здесь лежит такое, что нужно было тоже побыстрее делать. Ну, там, я не знаю, к примеру, хроническая сингулярность я делать не буду, а вот Long Space Time Rod можно, почему бы и нет. Хроническая сингулярность. Хроническая. Кто такие названия придумывает? Так, что у меня есть как? У меня здесь все забито уже. Вот сюда вот еще можно поставить, конечно, но все-таки. Так, кстати, а почему я здесь перешел со своих вот этих вот тех предыдущих технологий, которые я здесь раньше использовал, но вот это вот? Кто-нибудь помнит? Потому что лично я не помню. Это тут можно было бы уже разобрать, в принципе, потому что он не нужен уже абсолютно давным-давно. Я уже делаю через другие штуки эти кристаллы зеленые, как они там называются. Кстати, где у меня это производство? Вот здесь все еще работает. Я здесь поставил, чтобы оно хранилось на цифровую сингулярность. И вывел количество, сколько их хранится. 600 миллионов уже сделалось с половиной. Больше этого у меня только стекла, которого сделалось уже 433 миллиарда. То есть она вообще делается, нет? Вообще делается, да, кстати. У меня есть некоторые вещи уже тоже, на самом деле, отменить уже пора. Ну, кстати, я вспомнил, что я еще хотел куда цифровую сингулярность поставить. У меня здесь лубрикант был, делался из нефти. Вот где-то вот здесь вот, да? Сейчас штука выключена почему-то. Да, не все выключены, потому что, да. Сколько у него здесь? 34... Г всего лишь навсего, да? Надо, чтобы было не 34 Г, надо было, чтобы было здесь гораздо больше. У меня где-то вот здесь вот стояло это жидкостное, точнее как, не жидкостное, это просто такая вот, так вот, любрикант. Так, нет, это вот не надо было делать так вот, вот. Цифровая сингулярность, точно цифровая сингулярность.
Нет, это не цифровая сингулярность. А где цифровая сингулярность? Вот, цифровая сингулярность. Теперь она здесь на максимальном этом стоит. Вот, сейчас все сюда перельется быстренько. Ну, как сказать, быстренько, даже с таким большим ускорением. Она переливает с него прям, чтобы очень быстро. И вот теперь вот можно теперь хранить гораздо больше лубриканта здесь будет. Ну, вот сейчас она здесь все позапускается. Давай тоже здесь бэч-моды делать. Тут говорят, что надо бэч-мод включить, чтобы меньше лагало. Я не уверен, что оно прям сильно меньше лагать начнет. Ну, кстати, вот сейчас вот... Вот у меня сейчас вот в пассивке уже 34 тика работает все. А чё эта штука не работает? Лубрикант. Что она, кстати, делается здесь? Чё, у меня такое ощущение, что у меня здесь есть какого-то... А, у меня здесь... Нет, здесь heavy oil, кстати. Здесь по миллиону делается, а здесь почему меньше? Лубрикант. И чё ты делаешься, кстати? Слышь, чё такой медленный? Нет, то есть здесь heavy oil просто до хрена абсолютно. Абсолютно максимально до хрена. А чё она вообще ускоренная, нет? Или я сюда не ставил, в принципе, эти ускорелки? Здесь там написано, максимальный параллель 12. А здесь тоже 12. Чё здесь меньше? ОМВ. А здесь какое напряжение стоит? ОМВ 2. Но здесь тоже ОМВ по факту. Чё-то как-то это... Немножечко непонятно абсолютно. То есть, я же бэч-мод включил, нет? Как это работает вообще? Чё оно... Это очень странно немножечко абсолютно. То есть, output hatch с этим, с МЕшной, да? А, здесь лубриканты 145 миллионов стоит, да? За этот... Закэшировано, скажем так, да? Чё-то его не вылил туда. Должен был вроде как вылить все, нет? Это вот туда вот направлено. 34G. Чё я сюда поставил? Fluid Digital Singularity. То есть он сюда вообще не вливает ничего, да? Так я немножечко... немножечко не понял абсолютно. Как она работает? Нет, то есть типа вот... Она всё повключалась, но... Но оно туда не складывается. Почему? Куда оно вообще складывается? Ну, вот сюда складывается, как бы. При этом почему-то не хочет складывать сюда все. Нет, он как бы складывает. Растет вообще, нет? Нет, он как бы растет, да. А почему он не хочет вот из этого-то вытаскивать? У меня здесь еще миллионы его лежат. Нет, уже не лежит. Как это работает? Вот здесь миллионы лежат. То есть все-таки работает хреново плохо, да? Что-то я ничего не понял, но очень интересно. Сейчас сложил, слил. Как это работает? Короче, давайте сойдемся на мнении, что работает это все отвратительно плохо, ужасно. Почему он здесь бэч-мод не включил такой вот? Не стилус апгрейд. Ведь не стилус апгрейд как бы здесь уже установлен. Это вообще дангод? Дангод. Короче, я ничего не понял, почему он здесь по 63 всего делает. Не, он как бы это быстро делает, но все-таки он делает это странно очень. Вроде output hatch должен позволять максимально просто производить это все. Потому что я там схема неправильная стоит. Вроде правильная. Я с этим лубрикантом разбираюсь дольше, чем, я не знаю. Короче, бэч-мод не работает, сломался. Чем я там сделался? Нет, это космический лифт уже. Почему я космическим лифтом называю? У меня скоро блоки глаза гармонии доделаются уже. И космический ассемблер все еще не доделался. Электрический мотор делается. Здорово. О, делаются схемы, кстати. Что-то они как-то медленно тоже делаются. Оптические ассемблеры. Или они делаются в этом? ХВшные. Не знаю, где делаются ХВ-шные космические ассембли, вот эти вот. Но явно не здесь, да? Скорее всего, в Assembling Lane с какой-нибудь там. Скорее всего, который работает очень медленно, в том числе. Universium Nanita. Мне просто очень интересно, на 60 штук он их сколько потратил. Universium, я имею в виду. Делает всего лишь навсего по 2. Тир 0, как всегда, показывает. И надеюсь, он хоть все делает за раз. Как здесь насчет батарейки моей поживает. Ну, поживает, в принципе, кстати, неплохо. Почти даже не разряжается. Ну, или только что пополнила энергию свою, скорее всего, да? А, кстати, эта штука будет делаться, но очень медленно, в том числе. Тут же здесь не инверсия наниты, все остальное, вот это вот молотон магнетодинамический каталист, или еще что-то типа того, делается. Мне бы тебе поставить на крафт эти блоки. Блоки вот это вот, компонентные слайны. Но проблема в том, что у меня все еще и накопился инверсиум. В том числе это, во-первых. Во-вторых, оно и считается очень медленно. Он просто вот считается вот прям вот 1000 лет буквально. Оно все еще считается, кстати. Прошло уже секунд... Вот с момента того, как я предыдущий раз говорил, секунд 15, наверное. В том числе и сейчас еще в том числе 10 секунд проходит. А всего и того в целом оно делалось, ну, очень медленно. Вот Universium не хватает еще 6 миллионов. Это дохрена и больше. Лубрикант. Миссинг. Чё? У меня лубрикант не это... Он вообще... Так, лубрикант невидим. Невидимка хреново. Почему его не видно?
Вроде как его должен видеть вот это вот, вот этот вот. Нет, ну типа вот эта вот штука краски, вообще всю мою вот эту вот... Вот это он должен глядеть сюда прям в полный рост, скажем так. Он вообще вот этого не делает. Сейчас лубрикант появился. Я, короче, не понимаю иногда, что происходит здесь. Какая-то странная дичь непонятная. Ну, короче. Когда мой там ассемблер космический сделается уже? Я вообще серию ему хотел посвятить одну в целом. Потом уже всем остальным заниматься. Лонг, магнетодинамический, констракшн, стар, что-то. Да, это делается, ну, очень медленно. В том числе из-за юниверсии механитов. У меня вообще тысячи юниверсий есть в слитках, если считать. Еще глаз гармонии мало. Надо глаз гармонии больше делать, в том числе. У меня всего 146 тысяч юниверсиума. Этого очень мало. А у меня еще здесь сильно лагает почему-то. Кстати, последний галлифрейн стабилизационный. Нет, прям стабилизейшн. Прям стабилизейшн сделался. В том числе и все остальные, да, тоже должны были сделаться. Блоки, из которого эта штука сделалась. Но вот это вот надо реально сначала, перед тем, как даже смотреть в сторону Старгейта, надо сделать VXV-шный компонентный S-Lane. Потому что иначе это просто жесть без него будет. Это все вот очень медленно, это все вот делать. Ну, типа, вот давайте на примере конвейерных модулей рассмотрим, да? Что здесь нужно? Ну, как бы понятно, да, на стак тех моторов, точнее, на стак конвейерных модулей тебе потребуется 2 стака моторов. Что мы здесь видим? На стак требуется 96 моторов. Уже, как бы, да? Space Time Wire просто так надо. То есть без всякого там, ну, типа вот, Radex Polymer Plate, Kevlar Plate. Все это просто так заливается сюда, без всяких этих в виде жидкостей. Лубрикант тоже заливается, просто Molten Universium заливается в размере 192 слитка всего лишь навсего Universium'а нужно. И типа, ну, Molten вот этот констракт, конечно, тоже надо будет делать, но все равно меньше. Его здесь надо 725 и еще четвертинка. Или там треть, да? 48 от 144 треть. Я делаю его по вот такому вот рецепту, 32. 700 сколько? 725. Это 22 крафта, 23 крафта на вот это вот всего лишь навсего потребуется, чтобы это сделать. Это довольно-таки эффективно, да, получилось бы гораздо. Гораздо эффективнее. Вот тоже моторы, например, те же самые. Тоже вот здесь все вот эта вот хрень, все это вот это все обрабатывать еще надо, это все занимает ресурсы. Здесь тебе обрабатывать вообще в принципе ничего не надо. У тебя здесь Space Time жидкий, так, который у меня там, я не знаю, 30 миллиардов. И Universe жидкий. И сверхпроводник, который выходит из этого, тоже жидкий. Шарабон, который тоже расплавить можно. И вот эта штука тоже жидкость. Molten Eternity, она тоже жидкая, кстати. И сразу получается стак, она еще и дешевле. Короче, да. Накопить Universium. Кстати, сколько на вот этот, на один космический лифт? И вот их еще 12 бы по факту сделать. Как раз вот те вот самые все проапгрейдить. Или еще лучше новые поставить. Кстати, мне всего хватает на них. Сколько здесь... Юниверсиума нужно будет. И здесь Юниверсий показывается, кстати. Все вот на все 42 тысячи трансцендентного металла. Так, Юниверсий должен мерцать, сверкать и вообще, как я не знаю что. В том числе, да? Ну и где он? Так, ну учитывая то, что здесь надо 1100 нанитов. 1100 нанитов. На каждые 2, точнее, расходуется 8 блоков Юниверсиума, то есть 72. А где слитки Юниверсиума сами по себе? И можно, конечно, посмотреть там на этот... На жижу, на саму материю. Кстати, материи тоже. Ну, миллиард материй. 1,5 миллиарда материй. Это Space Time. Где Universe-то? Кто Universe спер? Eternity. 7 миллионов Eternity. А, вот, Universe-евые слитки. 52 тысячи Universe-евых слитков потребуется на то, чтобы сделать вот это вот все. Это треть моих запасов всего в целом, понимаешь? Треть. Это чтобы сделать просто вот эти вот космические лифты. Космические ассемблеры. Может быть, хрен с ними, пока с этими космическими ассемблерами доделать. Сначала упороться в... Чтобы подешевле было в компонентную S-Lane. Тем временем делается космический ассемблер. Начал делаться, да? Я не хочу стоять на компонентные S-Lane и все вот это вот. Ну, типа, все эти UXV-шные компоненты, потому что я уже доделаю все этот компонентный S-Lane и все. Не хочу заморачиваться по поводу этого, если честно. Меня это очень сильно бесит, вот это вот все настраивать и все остальное. Я лучше этих всяких-то ассемблеров побольше сделаю, потому что их уже реально не хватает. Ну, как сказать, не хватает. Еще каждый надо, кстати, выделить у XV вот такую штуку. Кстати, а нет максимального тира вот этого вот? Вряд ли, да?
максимальные все еще не изобрели. Я думаю, короче, тут интересно, будут ли усложнять еще в будущем крафт этого Старгейта. Я, скорее всего, не буду обновляться на версию игры, где он будет крафтиться еще сложнее. Сделаю его уже пораньше. И же еще два делать придется, скорее всего, да? А то не засчитывается. Че, полагаю, мы никогда не узнаем, или че? А че он? Космический ассемблер. Марк 3. Начивка на космический ассемблер. Так, ладно, че у меня там? Космический лифт делает, нет чего-нибудь. Это тут можно выключить, у меня вот здесь такой вот одинокий стоит. Хотя, с другой стороны, можно было бы сюда поставить еще один новый, да? Единственное, что только надо здесь сделать, что, кстати. Есть где-то output bus стоит, в том числе. Сколько у меня есть каналов вообще? Мне эти каналы раздражают, блин. Постоянно ищешь там, что-то там проверяешь, все. А, это подсеть, что ли, или кто? Это, наверное, подсеть, да? Подсеть на куда, кстати? Вот, ну вот сюда вот, кстати. И здесь всего в целом 8 каналов израсходовано. И здесь Дэнс хоть стоит. А у меня здесь вообще контроллер, в принципе, стоит. Ну и ладно, и хорошо. Пусть тогда вот здесь дополнительный ассемблер стоит. Сюда надо поставить еще вот эту штуку. Кстати, я тут еще заметил одну такую интересную деталь. У меня здесь вот это вот делается по не тому техпроцессу. Я могу поменять в том числе тоже. И сделать гораздо эффективнее это все. Ну, то есть, типа, вот, он делает параллели, 16 параллелей, да, то есть он все-таки делал это стеками у меня вот здесь вот. И если сюда поставить, чтобы оно по 4 делалось, точнее, по 16, оно бы делалось еще лучше. Так, вот эта вот штука там сзади должна стоять, прям вот в этот вот контроллер дуть, смотреть, ну и все, в принципе. Так, тебе нормально? Тебе тоже нормально? Incomplete structure. Почему incomplete structure? Тебе еще не так? Кстати, мне здесь надо не буфер было поставить, в том числе, а slave. Почему? Потому что основной у меня вот тот вот, который рядом стоит, вот этот вот. Я даже за флешки полез сюда, скажем так. Так, ну чё, как тут? Тебе нормально, нет? Чё ему не так? Все же должно быть вроде как более-менее. Да, я знаю, чё ему не так. Ему надо было моторы 5 уровня, как минимум. Так что мне еще надо будет моторы 5 уровня сделать. Я забыл совсем. На мотор 4 уровня расходуется всего лишь навсего столько вот этому. Килобайт оперативной памяти в АЕшке. Сколько у меня там, кстати, как по этому поживает? По материи. Где у меня материя-то хоть? Здесь где-то делается. Что-то материи как-то мало очень. 36 миллиардов всего лишь навсего. Оно вообще делается, нет? Что-то такое ощущение, что... Ну, очень медленно. Но на ОМВ стоит, блин. Мне надо вот этих вот штук больше. Гораздо больше. Ну, кстати, я здесь хотел обмануть систему немножечко. Типа поставить вот это вот, чтобы делался здесь разного уровня каталист для материи, катализатор. И я изначально поставил, короче, чтобы оно на дропах жидкости делалось, типа на воде. А они это пофиксили, короче, прикинь. Они пофиксили эксплойт с капельками воды. Раньше он работал, сейчас он не работает. И, кстати, каменную пыль, все остальное тоже сюда нельзя загружать. Сюда можно все еще загружать комбо, которых там дохрена и больше. Так что, ну, типа, можно просто подключить ее к... Типа, все комбо складывать лишние, не в помойку выбрасывать, как у меня это сейчас происходит здесь. Типа, у меня здесь везде на переполнение стоят вот эти вот штуки. Void апгрейды, да? Короче, можно, короче, поставить, чтобы... Она складывалась в какой-нибудь там бесконечный сундук, например. И оттуда забиралось все просто поэтому. Ну и так получать комбо и все остальные продукты жизнедеятельности пчел, скажем так. Где я опять эту штуку потерял? Чё так материи мало, кстати, миллиард? У меня 1,5 миллиарда потратится только на то, чтобы сделать компонентную слейную XV-шную. 34 миллиарда всего лишь навсего хранится здесь. У меня даже бесконечная ячейка не наполнилась до сих пор. Или наполнилась. Он сюда это поставляет или куда? А, это... типа он наполняет вот это вот только сюда еще. Как быстро бы он работал, если бы я поставил сюда UXV, точнее Max прям. Так, ну он бы работал вообще максимально быстро, да? Че, хочешь мне сказать, что мне надо поставить везде максимально эти? Через не сделать бэчмод здесь, так он за 6 секунд будет делать вот столько вот. У меня еще есть вот эти вот штуки? Ну давай материи побольше поставим, чтобы здесь прям... Прям материя шла, текла вообще прям реками, озерами. Ну вот, а то материи как-то мало очень сильно. Ну вот, раз в 6 секунд он будет делать по 600 тысяч этой материи. Ну или там по сколько, 120 тысяч в секунду примерно. В принципе, нормально.
принципе, нормально. Мне осталось хоть сколько-нибудь нить. Нить. Ключевое слово, да? Ответ на все вопросы. Осталось ли у тебя что-нибудь? Нить. Так что там как? Мотор сделался? Дата стик мне, пожалуйста, в размере одной штуки. Пошли сканировать мотор. Сколько, интересно, сканироваться будет. Кладись. Запускайся. Сканироваться будет максимально быстро. Так, ладно, мотор 5, construction date здесь написано. Кладем его куда-нибудь вот сюда, вот и... Из чего делаются наши моторы 5 уровня? Что это вообще такое? Space Time, UMV? Ну, у меня это все делается, так что... Сейчас вообще, что там было такое? Вот это вот, вот это вот такое. Universium опять, как всегда, да? Ладно, хорошо, куда я пошел, кстати? Так, мне, кстати, их надо бы в идеале, чтобы они побыстрее делались немножечко, да? Вот так вот сделать, и вот так вот тоже сделать, и вот вообще вот это вот забить. Чтобы оно в параллель шло. Что-то у меня здесь нет никаких этих карточек на расширение. Так, мне их нужно 8 штук, кстати. 88, если быть точнее. Кстати, в том числе, может быть, мне не туда ставить этот космический лифт, а все-таки в другое место. Космический лифт, космический ассемблер. Вот на следующий космический лифт уже как раз-таки теперь вот сюда вот. Почему? Потому что... Не, я могу, конечно, расширить везде эти моторы, поставить 5 уровня, и туда, и сюда в том числе. Потому что я сюда уже апгрейдил до 4, чтобы помпу сюда поставить. Вот, а типа лифты у меня в основном вот здесь будут стоять, космические ассемблеры вот эти вот. Так, кстати, как оно там? Кстати, во-первых, оно смогло успешным образом поставиться. Во-вторых, оно будет делаться не вот прям чтобы очень долго, кстати. Ветвейры, а чё так сделались, надеюсь? Оптические ассембли тоже делаются, да? Ну, кстати, они достаточно быстро делаются, с одной стороны. Молтон, Квантум, все остальное же пожен еще делать надо, и все остальные вот эти вот штуки. Ну, кстати, там уже 3 штуки на крафт поставились, уже даже 6 штук на крафт поставились. Оптические мейнфреймы и пикосхемы. Тебе нахрена пикосхемы нужны абсолютно, непонятно. Где они там используются? О, все ассемблин лейны заняты. Ну, кстати, 7,5 секунд делается, нормально. В принципе, сойдет. Уже 6 штук сделалось. И... Да, кстати, пока что... Пока оно там все тоже делается. Я вот эту штуку тогда не ставил на крафт. Вот такой вот. Может быть, это тоже можно проапгрейдить как-нибудь. Типа, как-нибудь делать их не по 8, а вот по 32, например, да? Это вот Mark II модуль использует. Здесь Infinity Screw нужны. Че, и всего-то навсего. Вот это вот, на все вот это вот, серьезно, 32. 32. Можно сделать вот так вот и не париться особо сильно. Так же, как и вот здесь. Вот есть вот такой вот крафт по 16, чтобы делалось. Единственная проблема здесь это вот шарабон нужен. По 2 слитка шарабону тратить сюда будет. Кстати, не факт, что у меня есть шарабоновые скру, да? Чё там как, если вот так вот поставить? Так, шарабон, скру и Space Time скру. Как всегда, разумеется, само собой. А вот это вот, кстати... Если вот фактически совершенную память в том числе ставить. На нее, кстати, уже всего хватает, так что нормально. Так, шарабон, скру. Я больше чем уверен, что у меня шарабон болтов в том числе тоже нет. Будет делать сразу по 16, потому что надо по 16, да. А здесь, поскольку надо делать их, тоже, скорее всего, по 16. Так, кстати, вот это вот. Нет, Enrich на квадах, да. Нормально, не Black Dwarf, и на том спасибо. Black Dwarf надо на альтимативный трекинг ставить будет. А, кстати, это Celestial Tungsten, это не Space Time. Что-то я думал, что это Celestial Tungsten. Ой, что это Space Time, наоборот, как раз таки. Это, оказывается, даже не Space Time. Но вот этого, скорее всего, у меня тоже в том числе нет, поэтому... Поэтому вот так вот, да? И... Так, где там у меня скру можно делать? Так, только не IV-шный лейс, а вот сюда вот, пожалуйста, да? Вот сюда вот примерно. На болты еще в том числе. Industrial Extruding Machine. Наверное, вот сюда вот можно, да? Так, ну чё, как? Смогу их сделать? Вроде как смогу. Сколько он здесь всего требует на это все? Бедроки и все остальное. Ну, нормально, в принципе, сойдет. Он должен это по 16 сразу же делать. Mysterious Crystal Molten. Тебе нахрена Mysterious Crystal Molten? Вот сюда вот? Чё он так медленно делается, кстати? Чё, вот эта вот хрень, зараза, нужная. Пошли посмотрим, как он там делается, если он там где-нибудь вообще делается. Ну, может быть, он, конечно, не сюда поставился, но... Знаете, вот сюда вот засунулся, да, как всегда. Вот он здесь делается. 20 секунд, блин, делается. Ну, типа, в 2 раза быстрее всего лишь на все получается. Ну ладно, хотя бы в 2 раза, но все равно быстрее. Так, что, у меня уже доделываются космические вот эти вот моторы. Смотри, у меня доделываются космические моторы. Так, что?
88 космических моторов, достижение на космический мотор. Так, давайте что делать? Можно, в принципе, и вот этот космический лифт полностью выделенным поставить, но то, чтобы здесь был только лишь... Есть помпа стоит, но эта помпа здесь бесполезная, так что давайте... Давайте, да, давайте сюда поставлю все-таки лучше тот мотор. Кстати, мне все это все еще не сделано, все еще не рабочее здесь стоит. Немножечко не то. Вот это вот, кстати, можно запустить уже, чтобы работало, да? Вот, а здесь, короче, вот эта вот штука, да, это вот в один ряд будет. Это, кстати, вот эти вот космические лифты второго уровня, они могут делать вот эти вот штуки, вот эти вот. Так что нормально. Единственное, что надо будет поставить на третий, это вот те же самые ультимативные батарейки, например, или еще что-то типа того. Ну, давай пусть вот здесь вот стоит вот эта вот штука. Начинается с вот этого вот, да? Слейв будет стоять вот здесь, будет стоять вот здесь. И космические лифты, моторные блоки. Все тоже проапгрейдить с помощью волшебной палочки. Они становятся еще более светлыми. Так, ну и в общем-то вот все. Космический лифт проапгрейдженный, готовый к эксплуатации, да, скажем так. Incomplete structure. Ну, конечно, ты incomplete structure, вот, нормально. Так, значит, ну, это была вот эта вот штука, которую тоже сюда кликнуть можно. Записать сюда рецепт, вот этот вот, да. И еще осталось только подключить здесь. Ну, вот это вот все здесь тоже подключенное было, да? Как бы это странно не звучало. Так, я ж могу подключить через вот это вот, или мне лучше через вот здесь подключать это все. Я могу, в принципе, сзади поставить, вот здесь, вот, в том числе. Ну, типа, вот, что это такое? Output hatch. Чем мне здесь output hatch был нужен? Это я, наверное, сюда какую-то эту. Я, может, здесь помпа какая-нибудь стояла или еще что-нибудь типа того. Абсолютно непонятно, не ясно, зачем мне здесь output hatch потребовался. Он здесь явно не нужен. Я, кстати, мог бы сюда подключить это все на самом деле. Вот сюда вот. То есть, типа, какая разница, да, здесь всего максимум 6, так что... Давай даже вот так вот париться особо не буду, вот отсюда вот все подключать зачем. Вот прям вот отсюда вот это все будет стоять здесь. Ну и вот сюда вот прям, да. Ну, собственно говоря, вот. Запустить. Ну и, типа, да, здесь параллели... Параллель здесь 64, ни хрена себе, есть параллель 64. Смотри, 64 параллели, я думал, здесь всего 16 параллелей. То есть 64 параллели я смогу делать вообще тут, я не знаю. Мне кажется, мне одного такого хватит, чтобы все делать, в принципе. Даже, блин, больше, чем все остальное. Ну, как сказать, больше. У этих 16 параллелей всего было. Нет, подожди, у этого 16 параллелей, я думал, здесь... Ну, ладно. Я, короче, я уже ничего не понимаю, что здесь происходит. Ну, типа, ладно. Я, кстати, еще хотел проверить. Могу ли я поставить сюда больше OMV64A вот этих вот. Если я, например, вот так вот сделаю. Он говорит, типа, что он ready for operation. Типа, что он здесь все собрал абсолютно. Давай попробую запустить, короче, вот это вот напоследок, да, запустить. Что я достал? Я хотел киянку достать. Все, вот это вот все подключать. Ну, чтобы оно не работало в параллели, да. Не брало на себя, так сказать, ответственность делать-то все. Так, что я тут... Я этот вручную отключил. Вот, и вот этот тоже выключить. Просто посмотреть, сколько он будет. А, кстати, даже вот этот, скорее всего, тоже выключить. И поставить в конце-то концов вот этих вот, ну, я не знаю, там... Да, блин, до хрена и больше, чтобы он здесь прям вот очень много их делал. Дождаться, пока он все это сделает. Я надеюсь, что он это все-таки сделает быстро, да? Ну, то есть все вот эти вот крафты подготовит. Шарабона, конечно, это уходить будет на все. Сколько, кстати, здесь не показывает. Ну, типа на 18 тысяч, это сколько, 900 слитков? Нет, подожди, не 900, 200 слитков всего лишь на все. Нет, кстати, если тут 200 слитков, не 200, а, подожди, 20 тысяч, да, было, значит, сколько это на 8, если поделить, получается? Чё-то типа в районе не 200, конечно, но 1200 с чем-то, да, шарабона на 20 тысяч вот этого. Все равно до хрена, на самом деле, если честно. Так, ну ладно, вот он загружает сюда на крафт очень много вот этих вот штук. Мне интересно, сколько он будет... Нет, кстати, он энергии-то расходовать будет как раз-таки в, ну, типа, пропорционально, в 4 раза больше всего лишь навсего, так что... Ну, как сказать, всего лишь навсего. До хрена и больше, как бы, получается, но все-таки. А, кстати, вот насчет этих экспозитов тоже я поставил на имплазионные компрессоры, тоже 64 ампера в МВ-шные хэтчи, и оно работает хорошо, так что нормально. Так, ну ладно, вот, 10 тысяч, вот он делает... Вот, потребляет, он потребляет 32 миллиона энергии, понимаешь? 32 миллиона энергии он потребляет. Сколько он за раз сделает, кстати? Он не пишет, сколько он за раз сделает. Ой, не 32, это не миллионы, это миллиарды. Он 4 этих потребляет, то есть мне их
Но, кстати, вот он... Как быстро он их вообще делает? Он ускорился, нет? А, он, кстати, еще и ускорился. Он 5 секунд делает всего лишь на все. То есть он ускоренный. И он вот за вот это вот короткое время уже делает вот столько вот. Поскольку он их делает 11808 было. Сделал... Ну, я бы не сказал, что прям вот колоссальное количество он их прям сделал за раз. Но он их раз 5 секунд делает. С учетом того, что если я вот это вот тоже все включаю здесь. Типа вот этого, да? Так что, может быть, мне и не нужно было сюда это переносить все. Может быть, я и вот этот вот космический лифт бы оставил просто и все. Ну, типа, вот это вот... Вот эта штука 20 секунд делать будет просто. То есть, когда вот эта вот хрень отработает себя полностью, да, съест все ресурсы, выжрет, у меня та еще останется. Ну, типа, блин, он 20 тысяч вот этого сделал за... Ну, просто вот-вот считай, да, я у тебя на глазах это поставил. И вот это вот сейчас доделывается, ну вот здесь, да, доделалось все уже. Ну, короче, ладно, хорошо, все. Работает быстро, еще больше подготовки к крафту Старгейта осталось. Осталось только вот этих вот штук тоже 12 сделать, и чтобы вообще все прям максимально четко было. Кстати, я могу поставить вот этот вот космический лифт, запитать тоже от... от чего, кстати? У меня здесь из основной сети идет запитка-то вот эта вот. Нет, вот это не из основной сети, это из этого. Из беспроводной. Вот это вот все запитывается из сети, в которой всего лишь навсего... Ну как сказать, всего лишь навсего? Здесь на самом деле 2 триллиона. Но проблема в том, что у меня там бластуха на этой же сети стоит. Одна. И холодильник на этой же сети стоит один. И они потребляют тоже дохрена и больше. Можно вот отсюда, кстати, вывести. Вот отсюда вот дополнительно еще один. И вот здесь вот уже энергии до чертовой матери. Так, ладно, все. На этом все. Сделали космический ассемблер максимального уровня доступного. И дохрена и больше скорости производства оптических схем в том числе. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, пока.